Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. На 76-м году ушла из жизни детская поэтесса, прозаик, автор газеты «Жили-были» Инна Гомоскова. Она умерла от заражения коронавирусом. Инна Липовна Гомоскова, урожденная Гомазова, родилась в 1945 году в Омске, позже вместе с родителями переехала в Москву. Закончила библиотечный техникум, затем факультет биологии и химии МАПИ им Крупской. Работала в аграрном НИИ, занималась изобретением средств для борьбы с насекомыми и даже получила 6 авторских свидетельств. Публиковалась на 16-й, юмористической, полосе литературной газеты, сочиняла миниатюры для взрослых и детей. Ее стихи и книги для ребят стали выходить с начала 1990-х годов. Наиболее известные из них – «Азбука в загадках», «У кого какие мамы», «Говорящая занавеска», «Про мальчишек и девчонок». «Озорные частушки» в 2013 году писательница была удостоена премии Корнея Ивановича Чуковского в номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению». Инна Гомоскова умерла в больнице 15 мая. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!